В своем обращении к народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости сконцентрировать усилия на критически важных аспектах в сфере здравоохранения. Один из них – подготовка специалистов. В ближайшие несколько лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%. Для повышения конкурентоспособности отечественного здравоохранения нужно последовательно совершенствовать систему подготовки врачей, считает глава государства. И в Восточном Казахстане в этом направлении уже ведется плодотворная работа. По словам директора Высшего медицинского колледжа города Усть-Каменогорска, в этом году не только увеличилось количество стипендий, в учебном заведении также добавились новые специальности. В сентябре 2022 года в своем послании президент уделил большое внимание вопросам здравоохранения. В этом году на наш колледж выделено 670 грантов, добавились новые специальности. Наше учебное заведение получило статус топового медицинского колледжа. В настоящее время в нашем колледже обучается около 2000 студентов. Учебное заведение ежегодно готовит около 450-500 молодых специалистов. В настоящее время колледж готовит по 6 специальностям и 7 квалификациям. У нас хороший имидж. С каждым годом увеличивается количество желающих отучиться на медсестер, медбратьев. Сейчас в колледже обучается 1910 человек. В этом году по госзаказу поступило 673 человека. Процент трудоустройства среди наших выпускников очень высок, отмечает Динара Бегимжанова. Более того, зачастую выпускники не останавливаются на достигнутом и продолжают обучение, совершенствуя свои знания. На практику будущие медики выходят в городские и районные больницы. Мадина Сулейменова, Елнур Нурайканов, Алтай Акпарат.